Участие в Казахстанском экспо для Китая очень важно, поэтому мы выбрали павильон с большой площадью, размером 1053 квадратных метра. В рамках выставки мы хотим показать новые технологии в области зеленой энергетики, связанные с трансформацией традиционных энергоресурсов, охраной окружающей среды и устойчивым развитием. В этих целях мы пригласили крупных предпринимателей из 25 городов Китая, на данный момент согласие дали уже 10 из них. И заодно, пользуясь случаем, мы хотим установить дружественные отношения со всеми участниками. Мы стараемся строить свой павильон в соответствии с технической спецификацией для успешной организации экспо. В данный момент обустройство павильона идет по плану. То, что вы сейчас видите, это самая начальная его стадия. Мы планируем завершить обустройство нашего павильона в середине мая. К строительству павильона мы привлекли как китайские, так и казахстанские компании. Правительство Казахстана предоставило нам очень хорошие условия. Китай получил павильон в числе первых участников, поэтому подготовка продвигается успешно.